Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Очень рада побывать на таком великом мероприятии, за то, что предоставили возможность участвовать в таком конкурсе, узнать побольше о культуре, религии великой страны Азербайджан. Первый раз нахожусь в Баку. Очень все гостеприимно, красиво, очень аккуратно, чисто, все дружелюбно. Очень рада быть участником и стать призером этого конкурса. Прекрасно. Юлия, наш журнал называется «Таныш Олак», то есть «Будем знакомы». Расскажите о себе. Я из России, проживаю в Самаре, работаю учителем изобразительного искусства. Часто участвую в конкурсах именно с работами учеников, как руководитель, но также участвую сама. Вот в этом году посчастливилось стать частью такого конкурса и победить. Юлия, какие у вас ближайшие планы? Ну, ближайшие планы — развиваться, рисовать, участвовать в других конкурсах, открывать новые, наверное, страны, участие в других странах, а не только в России. Вот, скажем, это был дебют, первый раз и уже с призом. Это планы. А какие мечты, желания? Ну, познакомиться с великими людьми разных стран, стран СНГ, чтобы больше знать исторических личностей, мыслителей, писателей, художников. Так как с Россией все очень хорошо знакомо, но интересуюсь и другими культурами. Прекрасно. Спасибо, Юлия. Удачи вам. Спасибо.